Чувашии, как и во всей стране, начала действовать новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда. Суть новации в том, что оплачиваем ремонт теперь мы сами, то есть собственники квартир. Это решение вызывает у людей массу вопросов. На некоторые из них ответили в фонде капитального ремонта города Чебоксары. Теперь по закону платить за капитальный ремонт должны все, в том числе и собственники помещений в новых домах. В этом нет ничего несправедливого. Дома не вечны, чтобы накопить деньги на их ремонт, понадобится немало времени. Это наше имущество. Когда вопрос касается купли-продажи, мы пользуемся этой возможностью. Получаем от этого дополнительные доходы. А вкладывать в это жилье, в свое же имущество не хотим. Должны быть равные условия как в частном доме, так и в многоквартирных домах. Это наш дом, и мы его должны содержать, а не кто-либо другой. Господдержка, как она была, она и будет. Но накапливать мы на свое жилье обязаны. Накоплению мы знаем, насколько в разной форме возможно. Оно как в общем котле, да, как у нас называют, это на счете регионального оператора. Вот наряду со всеми другими регионами с прошлого года эта система введена и на территории нашей республики. На сегодняшний день 547 домов многоквартирных по Чувашской республике выбрали специальные счета, а все остальные накапливают средства в общем котле. В соответствии с региональными стандартами стоимости капремонта, расходы на оплату коммунальных услуг и взнос на капитальный ремонт не должны превышать 10% семейного бюджета. Подробнее о первых шагах капитального ремонта смотрите сегодня в программе «По существу» в 20:30 в эфире Национального телевидения Чувашии.